Самое главное, чтобы мы были вместе и обязательно встречались. В вечере встречи, проходившем в форме общего комсомольского собрания, приняли участие выпускники Казанского университета, активисты Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи разных лет. Они поделились воспоминаниями и отметили, что подобные встречи должны проводиться чаще. Мы, ветераны комсомола, должны, конечно, активнее участвовать в студенческой жизни университета. Но студенчество, комсомол – это всегда в нашем сердце. Рассказывая о деятельности комсомольцев, Татьяна Беспалова подчеркнула, что они всегда были очень активными. Занимались спортом, выступали с концертами, шефствовали над детскими домами и семьями погибших в Великую Отечественную войну солдат и офицеров. Также на мероприятии присутствовали профессора и доктора химических наук. Они особо отметили, что деятельность, которую когда-то начинали комсомольцы, сейчас продолжают и развивают представители различных общественных организаций и объединений вуза. Вот наши великие сидящие комсомольцы, выпускники, принесшие каждый из вас какую-то толику славы родному Казанскому университету. Спасибо вам! В завершении мероприятия воспоминания о комсомольской юности поделились ветераны студенческих строительных отрядов и других общественных организаций Казанского университета. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универньюз.